Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S24. И сейчас я покажу вам, как перейти в режим Recovery. Итак, для начала нам нужно отключить наше устройство. После чего мы подключаем наше устройство к компьютеру при помощи шнура и зажимаем кнопочку громкости и увеличение громкости и питания. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. И таким образом мы попадаем в режим recovery. Здесь мы можем уже отключить шнур. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.